Всем привет! Сегодня у нас в обзоре новинка от торговой марки Best Scooter. Самокат с парогенератором, подсветкой и музыкой. Новая модель самокатов Best Scooter Maxi получила светящиеся турбины, которые пускают пар и издают звук двигателя. Все самокаты получили складной руль. С помощью красной кнопки, которая находится у основания руля, он легко складывается. Руль регулируется в трех положениях по высоте и имеет пластиковый зажим. Грипсы выполнены из качественной резины, имеют фактурный узор и приятные на ощупь. Рама выполнена из алюминия и усилена пластиком, нейлоном. Максимальная нагрузка до 60 кг. Роль тормоза выполняет заднее крыло. Колеса самоката выполнены из полиуретана, ПУ. На всех колесах установлен подшипник ABX7. Также все колеса имеют подсветку во время катания за счет движения. Пластик, как более дешевый материал, вообще не используется в производстве колес от торговой марки Best Scooter. В комплекте с самокатом поставляется уже установленный в него аккумулятор и зарядный шнур USB. Для включения парогенератора необходимо налить чистую воду в две турбины путем надавливания на клапан. Далее нажимаем красную кнопку «Питание», а после синюю для переключения режима пара и музыки. Когда пар перестанет выходить из турбин, необходимо снова залить воды. Все самокаты имеют эксклюзивный дизайн торговой марки и поставляются в оригинальных упаковках. Более подробные характеристики и другие дизайны всех моделей самокатов вы можете найти на нашем сайте. Ссылка будет в описании. А на сегодня у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока!